жизни, на связи борт 1. Образцы добыты, мы летим домой. Мы идем на 101. Будьте внимательны, вы ваши. Борт 1, как слышите? Передаю слепо. А ты можешь мне что-то сказать? Было проникновение. Член экипажа послал сигнал бедствия. Мы хотя бы изъяли все образцы? Нет, пока только три. О чем она? Это Джеймисон. Доброе утро, Соня. Доброе. Вставай, пора. Подожди. Весь день проспишь. О, ты в костюме? Люблю, когда ты в костюме. Спасибо. Я оставлю тебе кое-какие документы. Посмотри их, когда встанешь. Ладно. Ну, черт, пора вставать. Кофе. Ты прелесть. Спасибо. Ты помнишь, куда мы собирались сегодня? Вечером. Угу. Я за тобой заеду в 6. И, пожалуйста, не забудь взять свой мотоциклетный шлем. Я буду здорово смотреться в костюме и в шлеме. Ну, прекрасно. Помой чашку. Обязательно. Люблю тебя. И я тебя. И чашку помой. I'll be the realest one alive. You don't want no problem. Take it down, it ain't gonna be no problem. Yeah, I get the feeling like I'm high. Hope my life is we gon' make these problems. Take it down, ain't gonna be no problem. С вами Эдди Брод. Я веду репортаж из Сан-Франциско. Будет интересно. Впрочем, как сегодня я с вами в прямом эфире. Задавать тут неудобные вопросы. Не секрет, что политика Кремниевой долины выматывает своих людей на инфаркт. Эдди Брод с репортажем из Окленда, где улицы наводнили массовые демонстрации. Недовольные горожане высыпали на улицу. Я уже несколько недель занимаюсь темой взяток недвижки. Рестораны и... Не установили причину смерти из-за состояния, в котором находятся тела. Но всех больше пугает нераспространяющаяся эпидемия. Но после смерти от естественных причин люди на свалке не оказываются. Получается, что властям просто-напросто наплевать на всех этих несчастных людей. Я Эдди Брок. И это мой репортаж. Эй, Ричард! Как делишки? Эдди, байк так нельзя оставлять. Да забей, кто там сказал, что нельзя? Как дочка? Деркли. Браун. MIT. Стипендию дают. Вот видишь. В смысле? Кто сказал нельзя? Эдди. А байк? MIT! У! Какой отсюда прекрасный вид. Никак не налюбуюсь. Согласен, но я вообще не фанат высоты. Так что случилось? Есть материал, эксклюзив. Заказчик? Карлтон Дрейк. Карлтон Дрейк? Великий стратег. Хочет рассказать про ракеты. Донести, что не стоит волноваться из-за аварии. Ясно. Но он же просто козел. Скажу тебе как есть. Дрейк может нас купить по одному щелчку и устроить в этом здании свой гараж. Ты просто спроси его про космическую программу, скажи спасибо и пожелай хорошего дня. Но он козел. Мы протянули тебе руку, когда ты тонул. Мы любим шоу Эдди Брока. Отличные рейтинги. Ты талантливый репортер. Но в этой компании есть правила. Так что прошу тебя, Эдди, давай без бунтарской фигни. Ладно, понял. Ради меня. Ладно, я съезжу.
Не понимаю, зачем Джек дал мне этот материал? Это не мой профиль. Мне мама говорила, что ничего стоящего в жизни не получить без жертв, терпения и упорной работы. Это ты. Фигня. Все про тебя. Не. Но так-то я жених вполне, если что. Мне мама говорила. Ты будешь завтра паинькой? Нет. Я буду делать свою работу. Я просто не могу иначе. Пойми, ведь твой босс настоящий козел. Дрейк мне не босс. Я работаю на фирму, которая работает на него. Знаю, они защищают людей, от которых ты не в восторге. Но зачем нам рецидив? Ты о чем? О Дейли Глоб. Ты что, забыл? А, серьезно? Ты об этом? Угу. Да ерунда. Вот только из-за этой ерунды тебе пришлось уехать из Нью-Йорка. Хоть сейчас могу вернуться. Я переместился, чтобы, типа, покорять другие вершины. И вообще-то переехал сюда ради тебя. Ведь ты и есть мой дом. Да и ты тоже ничего. Лучше займемся делом. Тогда валим отсюда. Принеси воды. Дорогая мисс Вейн, прилагаю краткое изложение дела для ознакомления. Фонд жизни. Иск о причинении вреда жизни конфиденциально. Добровольцы, летальные исходы. Испытуемый Сара Чемберс, Филипп Барклай и Роберт Макдональд. Представьте, в эту самую минуту ракета Фонда жизни летит в поисках благоприятной для жизни планеты. Именно так мы однажды и покорим космос. Круто, да? Я надеюсь, что увидев здесь столько классного, вы изо всех сил начнете стремиться создавать то, о чем обычный человек только мечтает. Мистер Дрейк! Ничего, пусть спрашивает. Ближе, как тебя зовут? Элли. Не бойся, Элли, ведь людям это свойственно. Унимать тех, кто задает вопросы, но мир преображают только пытливые умы. Это тебе, не теряй. Ребятки, а это доктор Скёрт. Привет, привет. Простите, что отрываю, вам пора на интервью. Точно. Ребята, я убегаю. Элли, ты за главную. Быстро дай 5. Доктор Скёрт ответит на вопросы Элли и всех остальных. Ребята, до новых встреч. Пока. Мистер Дрейк, давайте мы начнем сначала. Вы родились в британской семье, и уже в 19 лет вы открыли генотерапию, увеличившую срок жизни онкологических больных в 2 раза. Ну, если точнее, в 3 раза. В 3? Да, это так. Ну, ничего. Дальше, вам 24. Совсем еще нет, вы создаете великий фонд жизни. Он создавался годами. А потом, бух, ракеты. Вы, как любой парень в вашем возрасте, решили покорять загадочный космос. Знаете, я всегда верил, что только в космосе найдется панацея от всех-всех наших земных заболеваний. Ведь после стольких находок в океанах и на суше, разве не пора нам исследовать бескрайние ресурсы неба? Ну а вот бескрайние ресурсы ваших фармакомпаний, они ведь осуществляют ваши мечты о бескрайнем космосе. Да, замкнутый круг. Так, в смысле, как у вас тут, ну, в этом вашем фонде жизни, как вы тестируете все препараты? Эдди... Что? У нас речь о ракете. Нет. Тут речь как раз про обвинение. Я вас не понимаю.
В том, что ваша империя строится на трупах. Эдди. А разве не так? Цитирую. Для тестов отбираются физически слабые кандидаты, которые, как правило, в дальнейшем погибают. Да, да, я в курсе этих слухов. Сейчас сеть этим пестрит. Класс. А как насчет исков? Не понял. Ну, поданные вам иски от Сары Чемберс, Фила Барклая, вот мои... Роба Макдональда. Спасибо, что пришли. Это только некоторые из тех, кто приходил. Мы вас проводим. Двоих, а уезжал трупом. До свидания. Мертвы. Напрочь. Все, на выход. А ну руки. Пошел. Их убили ваши опыты. Пошел. Это еще не все. Для вас все, мистер Брок. Это угроза? Удачи вам в жизни. Я знаю, что ты скажешь, но этот чертов парень... Просто насквозь гнилой, Джек, если кто ты... Кто не... источник? Не понял? Источник где? У меня нет источника, но у меня есть подозрения. Мы не можем основываться только на твоих подозрениях. Мы должны обосновывать свои обвинения. Нам нужны доказательства. Ты, конечно, парень умный, но иногда все же дурак. Ты уволен, Эдди. Доверие исчерпано. Желаю удачи. Привет. Да ты же просто неисправимый эгоист. Перестань. Твое эго давай нужно поговорим. Держать на цепи. А это твое упрямство. Я закрывала на это глаза, потому что я любила. Любила? Это в каком еще смысле? За тебя меня уволили. Ты меня использовал. Энни? Энни? Это не Мада, сын Дипинин. Я пойду. Не за гамма. Тест 36. Биологическое взаимодействие двух различных организмов. Этим особям просто необходим носитель, хост, с помощью которого они могут выжить в среде с повышенным содержанием кислорода. А почему хосты так остро отторгают организм? Это мы и пытаемся выяснить. Итак, запущен процесс интеграции.
Стабилизация. Но как? Почему именно он? Тот же принцип, что и в трансплантации. А, в смысле, совместимость донора и реципиента? Именно. Класс. Выходит, если мы добьемся такого симбиоза, они точно смогут выжить здесь, а мы, наоборот, сможем выжить там. Мы? Опыты на людях. Нет, на данном этапе это слишком преждевременно. Доктор Скёрт, стоя на пороге научного прорыва, главное не бояться. Ясно? Прорыв прорывом, так но это вопрос этики. Так подумайте о будущем, о ваших детях. А как они, кстати? Начинайте опыты. Дерзай. Эй, Джек, а ты хоть когда-нибудь чувствовал себя самым последним лозером? Нет. Твой дружок. После падения ракеты мы узнали много нового. Может, там есть что поинтереснее? Поищи. Мне, например, нравится. Да ну, не гони. Правда? Вы же Эдди Брок? Я им был. Мы анонсируем, что фонд жизни начал серьезную подготовку к следующему... Ладно, Джек, это тебе. Главное, не потрать все сразу. Ну, а я домой. Поразмышляю над судьбами мира. Привет, Мария. Эдди. Как же туха? В целом ништяк. О, черт, тут бубна. Отдам за $5. Пятерку за бесплатное чтиво? Но я дошла аж до автомата, вытащила целую стопку, приперла их сюда, чтобы вручить газеты тебе лично в руки. Все ради меня? Конечно, а что? Ого. $5. Крутовато берешь. Давай так. Я тебе спою за бакс, а газеты в придачу. Лучше давай я тебе 20-ку, а ты помолчишь. Идет? Лады. Спасибо. Обращайся. Ага. И ты. Эй, миссис Чен. Как дела, Эдди? Да, как, ворочаюсь с горем пополам. Ну, у тебя и видок. Какой? Дерьмовый. А вы ослепительно прекрасны, как утренняя звезда. Боже. Но разум — это тело. Медитируешь, как я показывала? Нет, мне эта хрень не помогает. Это потому, что ты даже не стараешься. Нет, это потому, что я купил DVD у вашего брата, а там все на китайском. Это тоже не понимаю. Вот-вот, видите, ни слова не понимаю. В этом и проблема. А, поканичан. Бутылку виски и все бабло из кассы. Прошу вас. Темпе, пока не поднял ценник за крышу. Гони, что должна. Живо! В следующий раз готовь заранее. Я не люблю ждать. Дерьмо случается. Без него никак. Я пошла. Все, пока. Козел. All that is made.
Но я даже не прошусь к ним в штат. Зачем? В этом нет никакого смысла. А если псевдоним? Да любой, сам выбери. Блин, хоть женский. Видел Тутси? Извини, иди, у меня голяк. Мальчик посуден. Я перезвоню. Или нет? Спасибо вам. Попытайтесь осознать, что настоящее – это все, что у вас есть. Сконцентрируйтесь на жизни в настоящем. Ведь любое действие лучше бездействия. Особенно, если вы долго находитесь в трудной ситуации. Если ошибетесь, то чему-то научитесь. Это значит, что вы уже... Спасибо, что подарили нам этот момент. Наши имена переживут нас и отзовутся в веках. Мы с вами творим историю. Сегодня первый день. Это наш первый контакт. Давайте начнем. Все показатели в норме. На гроб. Вам нечего бояться, Айзек. Нечего. Айзек, это Исаак из Библии? Да, сэр. Господь Бог велел Аврааму отдать своего сына на сожжение. Самое дорогое, что у него было. Авраам повиновался. Но меня поражало в этом рассказе поведение вовсе не Авраама, а Исаака. Я понимаю, что моя оценка субъективна, но лично для меня Исаак – настоящий герой этой истории. Посмотри на мир вокруг. И что там, войны, нищета? Эта планета на грани коллапса. Я уверен, что Бог давно покинул нас. Эту проблему, Айзек, можем решить только ты и я, и никто больше. Этот час, Айзек, уже настал. Удачи. В этот раз я нас точно не покину. Открывайте. Что за хрень? Нет, нет! Выпустите меня отсюда! Показатели в норме. Что за херня? Куда она делась? А где? Приведите следующего. Thank you.
Я ведь раньше был репортером, даже, можно сказать, отличным репортером. Ну и по работе должен был следить за людьми, которые этого совсем не хотят, а значит, уметь хорошо прятаться. Типа уметь быть незаметным. И у меня получалось, а вот ты в этом деле полный ноль. Ладно. В общем, я Дорис Кёрт. Угу. Нужна помощь. Я работаю в фонде жизни. Да ну? Да. Ух ты, молодец. Свободно. Мистер Брок, прошу, выслушайте меня. Все, в чем вы его тогда обвиняли, правда, вы были правы. Да мне пофиг. У него полная лаборатория бездомных. Они подписывают бумаги, которых не понимают. От проводимых экспериментов они умирают. Все они умирают. Видели это? Да. Ну-ка. А я вам не верю. Но это правда. Я верила в него, и я верила, что благая цель оправдывает средства. Но увидев все это, я поняла... Позвоните копам. Я не пойду к копам. Просто я боюсь за свою семью. Он очень влиятельный человек, а значит, очень опасный. Я прекрасно знаю. Одно интервью с ним, и на следующий же день я теряю свою работу. Теряю свою карьеру, теряю свою невесту и даже квартиру. Да все, что для меня дорого. Почему? Он меня просто обнулил. А если вы и правда заполучили на него компромат, то самое время переживать за себя. Так я уже... Найдите другого рыцаря, мисс Скёрт. Я нахрен пас. Я пас. С меня хватит и этого. Но чего? Этой пурги. Ну, про спасение людей. Пошло оно. Всего хорошего. Эдди? Привет, Энни. А я как раз мимо пробегал. Короче, в окне я заметил Бельведера. Сразу подумал, как он там? Ну, типа... Эдди. Это Дэн. Дэн, это Эдди. Ясно. Здорово. Здравствуй. Энни про тебя рассказывала. Правда? Да. В общем, я твой поклонник. Спасибо. Да ладно. Он так круто срывает маски. Выдирая сердце. Ладно, не буду мешать. Жду наверху. Рад знакомству. Да, я Давай. Тоже. У него ключ. Ты заметила? А иначе не зайти. Да, ну... Так что, как твои дела? Ты понимаешь, что мои дела тебя уже никак не касаются? Да, я просто спросил. Значит, этот Дэн тоже адвокат? Мы с ним не коллеги. Он хирург. А как дела у Бельведера? Я бы сказала, что скучает, да только чушь это полная. Он же кот. Он просто тебя не любил. Он кот, ему можно. А ты красивая. Да, кстати, ты как вообще? Зачем ты сюда приехал? Я по тебе скучаю. Сильно. Еще совсем недавно мы хотели пожениться, а тут вдруг это... Не верится, что мы уже... А мы можем попробовать еще раз? Это исключено. Ты в этом виноват. Не Карлтон Дрейк, не телекомпания, а ты.
Дорис Кёрт слушает. Это Эдди Брок. Я передумал. Это точно прокатит? Слушайте, не высовывайтесь. 53.5. Перенаселение и изменение климата. Это то, чего Дрейк контролировать не может. И что с того? Еще одно поколение, и вся Земля станет полностью необитаемой. Дальше? Дрейк с помощью ракет тщательно изучает все планеты, пригодные для жизни. Это все, конечно, интересно, но когда уже будет про убийство людей? Одна из его исследовательских ракет на пути к Земле встретила комету. Комету? Компьютер обнаружил на ней признаки жизни. Там миллионы живых организмов. Так, стоп, миллионы организмов в каком мы смысле? Мы получили оттуда экземпляры. Речь об инопланетянах? Типа, он такой... Иди, звони домой. Такие? Да. Мы зовем их иначе. А именно симбиоты. Симбиоты? Вот только самостоятельно. Они здесь не выживут. Дрейк полагает, что союз человека и симбиота – это ключ к нашему выживанию. Но не на этой планете. Значит, Дрейк пытается скрестить людей с какими-то пришельцами и запустить их в космос? Мы зовем их хостами. Да вы же спятили. Просто дружненько съехали. У нас нет протокола для тестов. Он скармливает им людей. Дрейк в поиске подходящего... Ждите здесь. Ничего не трогайте. Быстро, да, быстро. Я разберусь. Доктор Скёрт? Так вы еще здесь? Здрасте. Да уж, как говорится, наука не дремлет. Марили? Это я! Выпусти меня! Помоги мне! Да я не знаю, как... Вот черт! Мария! Ты что, это палец?
он делся? У меня ничего. Найти его. Где он? Где быстрее, он? Быстрее, быстрее. Это Дора, оставьте сообщение. Скёрт, это я. Я уже дома. А вы там как? Вороста от вас ни слова, а вы нормально? Да, спасибо за наводку. Вы были чертовски правы. Да, в общем, я знаю одного парня. Я ему позвоню, чтобы... О, у меня до хрена фотографий. Короче, мы все их опубликуем. Вы должны... Перезвоните, ладно? Буду ждать. Да. Ой, что ж со мной такое-то? Иди. Докладывайте. Дело плохо. А точнее! Похоже, неизвестный его унес. Унес? То есть забрал? Мы не знаем, как именно. Я допрошу всех, кто был на посту. Я уже допросил. Ну, а я нет. Избавьтесь от нее. Карлтон, взгляните-ка. Что еще? Давление нормализовалось. И печень тоже. Так и думал. Видите, телу нужно было время адаптироваться. Я хочу попытаться ускорить процесс. Понял. Идем. За мной. Ты уволен. Найдите моего симбиота. Живо! Ну что ж ты? До внимания пассажиров вылетающих рейсов 2517 Сан-Франциско. С пересадкой в Гонконге. Посадка на рейс начнется через 15 минут. Я могу поговорить с Энни Вейн. Просто скажите ей, что это очень важно. Еда! Кто это сказал? Да нет, я не вам. Просто скажите, где она. Супер, спасибо. Дорис Кёрт, я в порядке, перезвоню попозже, будьте осторожны. Ладно. Да, да, да. О, да. В общем, я... Боже, Эдди, зачем ты пришел? Не проси. О, нет. Да, мне нужно тебе показать. Да, да, да. В офисе сказали, где ты. Могу показать только тебе. Вот. Ты что, пьяный? Нет, прикинь, я вломился в фонд жизни. Вломился куда? Короче, я что-то там подхватил. Так, Эдди, ты и правда выглядишь... Именно так, я не в себе. Эдди, о, Господи. Это падаль. Падаль. Эдди, сядь. Так, Эдди, ну все, завязывай, хватит. Прошу прощения, Эдди, сэр. Все, прекращай. Эдди, приди в себя. Нет.
Нет, это все ужасно. Это все не то. Жарко. Жарковато мне. Ты не поранился? Постой. Эдди. Я вызываю полицию. Мне надо... Прекрати. Нет, ты куда? Эдди. Я вызываю полицию. Зачем полицию? Тут надо скорую. Я врач, а это мой пациент. Прям полегчало. Ты нафиг спятил? Он их убивает. Кто кого убивает? Карлтон Дрейк! О боже, ты снова за свою. Именно убивает. И я это докажу. Эдди. 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 Ты слышишь меня? Это Дэн, меня слышно? А, Дэн. Очнулся. А где я? В томографе, под успокоительным. А где Энни? Сейчас ее здесь нет. Сделаем пару тестов. Больно не будет, обещаю. Главное, лежи спокойно. Расслабься. И... Да, начали. Эдди, что с тобой? Вырубай. Эй, ты как? Вылезай. Живой? Так, на меня. Порядок? Да, да. Так, глубокий вдох. Давай, делай. Да. Тебе не первому плохо в томографе. Тоже там задыхаюсь. Доктор Льюис? О, миссис Монфредди, как вы? Я тут видела Морриса, и он опять жалуется и ноет, ну прямо как ребенок. Ну, понятно. Большое вам спасибо. Да бросьте. Мы ведь говорили про собак. Да? Собаки тут невеста. Мы разберемся в том, что случилось. Ну а пока езжай, отдыхай, да. Жди результатов. Ага. Да. Спасибо. Да. Спасибо, Дэн. Пока. Я пойду. Здравствуйте. Привет. Приветствую, доктор Скёрт. Между организмом и носителем появилась связь. Но почему носители продолжают умирать? Я не знаю. Питательные смеси ему вели как слону. Значит, организм в порядке. Даже более чем. Ясно. Но он убивает хоста, неумолимо поглощая жизненно важные органы. Вот, смотрите. Что вы делаете? Прекратите немедленно! Его угнетают любые звуки от 4 до 6 тысяч герц. Выключите динамики. Хорошо. Вроде стабилизировался. Нет, скоро откажет печень. Необходим другой хост. Столько недоработок. Простите? В вас, людях. Прошу прощения. У нас хорошие новости. Простите. Еда! Бог, нифига себе! Я в норме, вы меня не бойтесь. Разрешите пройти? Простите. Спасибо. Я тут постою, пока этот трамвай не встанет. Ну вот, класс. Спасибо. Простите. О, привет, Энн. Привет, Эдди. Ну, как ты там? Как я? Хреново. Да, это все из-за паразита. Что именно за паразит, пока не ясно, но этим объясняется такой жар. Это логично. А еще мне слышится голос. Слуховые галлюцинации не редкость. О, Дэн, а я ты не знал, что у нас сейчас конференция? Отлично. Да, я здесь. Дэн, а этот паразит, я могу из-за него, ну, типа, не знаю, очень-очень быстро, молниеносно взбираться на самые высокие деревья. Да, сам же видел. Похоже, что он очень серьезно влияет на твой метаболизм и сильно затрудняет поддержание гомеостаза. Дэн, а ты можешь как-то попроще? Конечно.
Ты попринимаешь препараты, и все сразу пройдет. Ясно. Разбежался. Да хватит уже базарить, достало, прекращай! Эдди, мы хотим тебе помочь. Знаю, дело в том, что я говорю это не тебе. А кто там с тобой? Я тебе перезвоню, ладно? Спасибо, и тебе, Дан. Спасибо вам обоим. Че? Слышь, сосед, можешь чутка потише? Мне сейчас очень хреново. Пошел ты. Да, не вопрос, чувак. Да, сейчас. Спасибо. Спасибо. У меня появились сомнения насчет наших методов. Понимаю. Это ясно. Сомнения лежат в основе многих действий. Но вы должны сказать мне, кто был с вами. Очень вас прошу. Не могу сказать. Мы сможем решить эту проблему только с помощью него. Этот человек медленно умирает. Он в большой опасности. Вы понимаете? Он умрет, если его не привести. Только здесь вы сможете ему помочь. Эй, Дора, обещаю, что отныне мы будем работать по-другому. Верите мне? Эдди Брок. Эдди Брок? А ты была лучшей. Открывай. Нет. Не вздумай открывать дверь. А? Стоять. Привет, Эдди. Это что еще за чудило? Я за собственностью мистера Дрейка. Ох. Что ты натворил? Я типа вам сдаюсь. Ты настолько позоришь. Ай, нет, я... Это все брехня. Нет, позоришь. А вот и нет. А вот и да. Нет, зачем сдаешься? Просто мне это показалось очень разумным. Эдди. Тогда я сам все тут порешаю. Эдди, где симбиот? Вали его. Чего ты за друзей просит? Что за хрень? Да не что. Кто? Ну вот, другое дело. А теперь поотрываем им нахрен бошки. А это еще зачем? В одну кучку тела, в другую бошки. Охренеть вообще. Нихрена! Чувак, как тебя угораздило? Да подцепил тут одну заразу. Мистер Дрейк, симбиот внутри цели. Подключай к трансляции.
Наконец-то симбиоз. Мне же не привиделось. Все видят, вот он, настоящий симбиоз. Крис, прошу, верни мне мое создание. Эдди. Тебя ведь нет, я знаю. Это кажется мне. Ты же только в моей башке. Ты просто зараза в ней. Я зараза. Походу, у меня опухоль мозга. Нашел. Он в переулке за высоткой. Прости, что назвал тебя заразой. Давай мы... Спокойно. Стой! Не вздумай его упустить. Ты меня понял, Крис? Принято. Оружие на изготовку. Запускай дронов. Спасибо! На здоровье! Мы даже не рассчитывали на такие результаты. О, Боже, нет! Крис, только не дай ему уйти. Я понял. Срочно выводите весь транспорт. Он направляется на восток по град. Помогай! А вот и еще дружки подоспели! Класс! Не-не-не-не-не-не-не! Да ты совсем спятил! Там тупик, придурок! Ну и что? Я не хочу умирать! Спокойно, ты не умрешь. Ха-ха-ха!
А вот это ты прям офигенно замутил, признаю! Он у меня. Вези сюда. Принято. Невероятно. Устроил же ты мне приключения на задницу, козел. Я очень старался. Груза, легкие, печенка. Как бы и сожрал до времени в обрез. Мои ноги! О, черт! У меня же ноги сломаны! Были, а теперь нет. Что происходит? Что же ты такое? Я Веном, а ты весь мой. Вообще-то ты отгрыз мужику голову. Необходимое топливо. Слушай меня внимательно. Это не ты нашел нас. Мы нашли тебя. Ты типа моей личной тачки. И куда едем? Нам нужна ракета мистера Дрейка. Ты же помнишь его? Откуда ты знаешь про это? Я знаю абсолютно все. Прям все? Про тебя уж точно. Как? Я у тебя в голове. Ты самый обычный неудачник. А ты будешь еще кого-нибудь жрать? Вполне вероятно. О, боже! Поэтому мы и здесь. Не будешь сопротивляться, оставлю в живых. Таков уговор. Дамы и господа, мы приземляемся в аэропорту города Сан-Франциско. Дамы и господа, мы приземляемся. Дэн, я почти дома. Где Эдди? Так, а что такое? Пришли результаты его анализов. Все очень плохо. У него нарушены функции всего организма. Я с таким не сталкивался. И что это значит? Дэн, что теперь делать? Вези его сюда. О, Господи. Эдди Брок, оставьте сообщение. Черт. Где вы были, когда организм покинул тело доктора Скёрт? И где был он? Я была... Это высшая форма жизни. А вы просто-напросто дали ей умереть. Какое высокомерие. Трис, слушай, после этого мне позарез нужен Брок. Пока не обнаружится другой носитель. Чтобы не появлялся, пока не приведешь мне Брока! Офицер, что стряслось? Здесь живет мой друг, я должна пройти. Всех эвакуируют. Никого не пускают, мэм. Тут еще один. Возвращайтесь домой. Весь город завален трупами. Что? Боже, видишь, что ж ты опять натворил? Энни, пульс участился. Вот она тебя точно не касается. Все в твоей жизни меня касается. Эдди, у нас нет секретов. То есть ты прекрасно знаешь, что мы сейчас здесь делаем, да? А то. Я же не дурак. Вот черт. Да. Эдди. Ты где? Давай встретимся. Нет. Нет, нельзя. Сейчас нельзя. Скажи мне, где ты сейчас, я заберу. Не приближайся ко мне, даже не вздумай этого делать, ты поняла? Ричард. Эй, Рич, мне надо подняться. Пропустишь?
не начинай, но я должен подняться. Ты мужик хороший, но теперь нельзя. А кто сказал, что нельзя? Прости, брат. Ладно. Ладно, тогда ты можешь передать? Джек должен это увидеть. Не хочу терять работу. Сожрем его мозги. Нет! Не смей его трогать, он мой друг! Эдди, ты чего? Он, бедолага, вкалывает на трех работах. Мы... Что случилось? Мы уходим. Мы? Да. Мы? Ты про кого? Стой! Не подходи! Вот так. Черт. Так нам наверх? Сказал бы сразу. Какая безмятежность. Но я боюсь высоты. А у вас тут не так уж и гадко. Даже жаль, что этому миру конец. О чем это ты? И снова здравствуйте. Что опять? Ты меня нахрен угробишь? Умрешь ты, Илья. Да брось, ты-то можешь в любой момент найти себе другое тело на выгул. И зачем оно мне? Разбрасываться такими ценными экземплярами. И потом ты начинаешь мне нравиться. Не такие уж мы и разные. Ну, спасибо. Поступи правильно, идиот. Так. Вот тебе доказательства. Ну что, прыгнем? Трухло. Бывает. Руки! Мордой в пол, живо! Парни, вы бы лучше домой ехали, серьезно. Маски! Есть! Мое дело предупредить. Маска! Прыгала! Голограф! Открыть огонь! Световые! Есть видок! Включай тепловизор! Поиск цели! Нужен контакт! Где он? Перекрытие! Нам не тянет полицейских! О, Боже! Энни! Энни, стой!
Что это? Нет, стой! Нет, это не я! Я просто этим заболел! Да что это? Он проник в меня. Он? Да, я понимаю, как это звучит, но... Ты болен. Эдди, тебе нужна помощь. Мне очень страшно. Энни, помоги мне. В больницу. Мигом. Я не поеду с тобой. Это опасно. Садись, я сказала. Назад. Классная баба. Запрыгивай. Мне чё-то хреново. Дэн сделает МРТ. Исключено. Нет, нет, давай без этого. А что? Меня убьет звук в этом диапазоне. Частота. Частота звука в том аппарате для него смертельна. То есть, звуки — это его криптонит? Но не все. И огонь. Огонь и огонь. Вы общаетесь? Постоянно. Тебе больно? Нет. Я ничего не чувствую, кроме... Я постоянно хочу есть. А еще тебе грустно находиться рядом с ней. Слышишь? Да пошел ты нахрен. Ты ведь так и не извинился. А второго шанса может не представиться. Энни, просто хочу тебе сейчас сказать, что бы ни случилось... В общем, прошу прощения за всю боль, которую я тебе причинил. Мне правда очень жаль. Я люблю тебя. Ой, Эдди. Сейчас нам надо думать о твоем здоровье. О, отличная мысль. Слушай, я весь промок и замерз. А можно я накину это? Да, конечно, бери. Все, что нужно. Спасибо. Кто здесь? Кто ты такая? Потерялась? А вот и не угадал. Рад тебя видеть. Эдди, мне жаль. Почему? Пришли твои анализы. У тебя сильная атрофия сердечной мышцы. Не слушай его, я все улажу. Уладишь? Только свистни. Я понял. Дэн, а ты сможешь вылечить меня? Я с таким не сталкивался. Ведь этот паразит... Сам очень ты паразит! Изнутри. Не называй его так. Ты его истощаешь. Нет, она выдумывает. Срочно в реанимацию. Нет, стоп! Другими словами, я умираю? Нет. Ты убиваешь его. Они не знают, о чем болтают. У нас мало... Валим отсюда! Отпусти его! Он тебя убил! То есть я убил, прости, да? Нет, только не стал! Как ты? Прости, я должна была что-то сделать. Что это? Так ты убивал меня? Ну а как же мы? Куда же делась твоя мышь? Да так тебе, блин, и надо. Твоя очередь дохнуть. Балабол. Куда ты собрался? Подальше отсюда. А ничего, что у нас тут проблема. Только стой! Не оставляй меня с этим. Объясни, что происходит. Попробую. Да, ты прав. Нам нужно обсудить это. Ведь я тоже понимаю не больше твоего. Он человек очень непростой.
Просто ему некому было обратиться. Между нами ничего нет, правда? Но я спрашивал не про вас, а вот про это. Дэн? А где оно? Можешь убивать, я все равно покойник. Не буду я тебя убивать. Разве ж это весело? Стой, 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 стой. Я тебе язык из глотки нахрен вырву. Хватит. Ты тут все кровью залил. Вали. Где он? Я не знаю. Если бы я знал, тебе уж точно хрен бы сказал. Я тебе не доверяю, ведь ты же псих. Обижаешь, да? Ох, прости. Что ж, поплачусь в дневничок. Ты ошибаешься, я не псих. Психи выбирают себе такую жизнь сами. Подумай. Мы обираем нашу планету, но так же нельзя. Довели ее практически до истощения. Мы паразиты. Ты пример этого. Подумай. Ты используешь моего симбиота. Используешь великого гения, чтобы унизить его. Кого это? Ты использовал женщину, которая тебе всегда доверяла. Это ужасно. А я предлагаю новый мир через новую особь. Человек и симбиот в сплаве. Знаешь, что я тебе скажу? Как мужик мужику. Я задолбался носиться с этой тварью. Ладно бы на плечах, так нет, блин, у себя в заднице. Это не весело. Но главное, что эта мразота тебя же и убивает. Спрашиваю в последний раз, где мой симбиот? Да хрен его знает. Мой симбиот! Где? Мой веном! Какая же ты уродливая тварь! Просто омерзительная! Раз ты не знаешь, ты мне больше не нужен. Трикс, заканчивай с ним. А у него... тоже дружок в заднице. Твоих друзей, существ твоего вида, прости, я не уберег. Нас еще много. Нас миллионы. И все они последуют за мной. Нет, за нами. Оговориться. Но сначала их надо доставить. Беру это на себя. Твой план доконать меня пешей прогулкой? Заткнись. Сам заткнись. Что, стрёмно без дружка? Тебя что, мама не любила? Ой, козлина! А ты действительно профессионал. Слышь, убивать меня нет никакого смысла, ведь на фоне того, что грядет, это уже не важно. А грядет полный трендец! Не только для тебя. Похоже, и для меня тоже. Карма настигла. Я не верю в карму. О! Здравствуйте. О! О!
же отгрызла ему голову. Да, я это проходил. У них есть такая фишка. Дрейк оседлал Райт. Это еще кто? У вас это называется командир отряда. У него целый арсенал оружия. У Дрейка есть свой симбиот. Его не остановить. Ну, блеск. Нам нужно идти. Я не понимаю, куда идти? Ну, я пойду с тобой. Нет, там будет месиво. Она сама любого замесит. Да, это я умею. Но не сегодня. Да ты сексист хренов! Нет, это не симуляция. Но экипаж еще не готов. Я сам буду пилотировать корабль. Вы? Да, я. Еще долго? Загружаем зонд и проводим диагностику. Но даже на полном автомате вам одному не справиться. Я не один. Вот черт, куда ты сорвался? Энни осталась одна. С нами ей опасно. Если не остановить Райта, он приведет сюда миллионы таких ребят, как я. Миллионы? Так ты что, собрался на этой ракете привезти сюда группу инопланетного захвата? Ну а потом что, сожрать тут все к чертям? Да, но я передумал, Эдди. Я решил остаться здесь. Ух ты! Дома я самый обычный неудачник, как ты. Но здесь мы сможем подняться. Не понял. Мне начинает здесь нравиться. О, круто, ему понравилось. Но если мы не остановим запуск, радоваться будет нечем. А, понятно. Да, как дело дошло до полной аннигиляции, так у тебя сразу мы. Конечно. Хочешь или нет, надо действовать вместе. Так, хорош, завязывай. Говори, почему передумал? Ты убедил меня в этом. Пропусти диагностику. Сэр? Оглох, что ли? Начинай запуск. Для старта осталось 5 минут. Инициируем процесс автозапуска. О, черт! О! О, ни хрена себе! Ты точно сможешь его завалить? Такой мощи, как у него, ты еще не видел. Слышь, не съезжай, шансы-то есть? Я бы сказал, никаких. Ладно, хрен с ним. Давай спасать планету. До старта 4 минуты. Веном, быстро в ракету. Нет, ты не сможешь уничтожить этот мир. Но тебя... Не встать! Я говорил! Так-то 3 минуты. Тебя 7 минут сети. До старта 2 минуты 30 секунд. Эдди! Дрейк, хватит! Нет!
Могу любого заместить. Ты опоздал. Вторая фаза уже... Харе трепаться. Просто ничтожество. Желаю тебе удачи! Спасибо, что не бросила меня. Спасибо, что спасла. И как твое самочувствие? Нормально. Супер. Круто. Да, думаю, в суд подать. Не хочешь взяться? Как раз решила работать пробоно. Хочу стать госзащитником. Это благородно. Ты чем займешься? Канал хочет вернуть мое шоу и сделать программу о Дрейке. Ого, круто. И что ты им ответил? Нет, я не хочу. Я хочу поработать в печати, заполучить интервью века. С кем это? Прочтешь, узнаешь. О, на общих основаниях. Да. Жаль, что больше нет Венома. Ая, слушай, а ты про поцелуй мне не объяснишь? О, это? Какой поцелуй? Нет, это же... Не, это же... Веном сделал. О, ясно. Теперь все понятно. Но мне даже понравилось. Что? Да я про... Силу? Да. Когда она в тебя
Проникает? Сам же знаешь. Ладно. И еще. Только Дэну об этом ни слова. Хорошо? Наивная. Всерьез думает, что мы оставим ее Дэну. Ну, это вряд... Вряд ли. Что ты там сказал? Дэну ни слова. Ты ничего не хочешь мне сказать? Нет. Ты должна быть с нами, Энни. Эдди, а ты уверен? Офигеть, сколько уже натикало. В общем, я побегу. Да, пора. Рад был повидаться. Да. Короче, хорошего дня. Пока. Спасибо, Эдди, взаимно. Эй, не вздумай бросать ее. И тому передай. Обещаю. Что за хрыч? Хорошо. Привет, малыш. Смотри, какая аппетитная жавка. Ну, я, в общем-то, не против, если ты останешься. Только у меня будут кое-какие условия. Короче, нам больше нельзя есть людей направо и налево. Как бы ни хотелось. А по празднику? Нет, нельзя. Ладно, давай я еще раз объясню. В этом мире полно хороших людей. Навалом. Но есть и очень плохие люди. Разница огромная. Ну, короче, чувак, с этого момента можно их только трогать, ранить, косить. Возможно. И только в крайнем случае жрать. Но только плохих людей, а хороших вообще никогда не трогай. Лады? Усяк. Хорошо. Слышь, а как их отличить-то? Очень просто. Вполне достаточно почувствовать. Интуитивно. В общем, чуйку подключай. Постараюсь. Только давай сейчас перекусим, а то я уже на твою печень поглядываю. Она у тебя такая сочненькая. Да, знаю одно местечко. Здрасте, миссис Чен. Как дела, Эдди? Да, в общем, все по-старому. Ясно. Ну что, какими деликатесами тебя сегодня порадовать? Шоколадкой. Ладно, понял, секунду. И деньги из кассы. О, боже. Ну сколько ж можно? Шустрее. А вот этот плохой? Да. Припрёшься сюда еще раз. Даже так. Если ты, косел, не прекратишь кошмарить людей в этом городе, мы тебя найдем, отгрызем руки, обглодаем ноги, а затем сорвем рожу с черепушки. Ты меня понял? Прошу. Да. Ты превратишься в безрукую, безногую, безглазую какашку, болтающуюся в канализации. Доходчиво? Что же ты такое? Мы Веном. А знаешь, я передумал. Прошу.